Итак, всем привет! Сегодня буду пробовать выращивать мандарин и лимон. Возможно, видео просто будет с музычкой, без моих разговоров. Но на всякий случай сделаем так. Берем, это у меня мандарин, это лимон. Не супер были свежие, но какие есть, решил не оттягивать, сразу пробовать. Берется такой листочек, ложится на него, сверху ложится еще один. Сорян. Этот листочек брызгаем водой. Сверху ложим еще один. Брызгаем водой. Ложим еще один. Должен быть многослойный. И еще один. Так, теперь вложим сюда косточки лимона поверху. Так. 4 хватит. И положим сюда же мандарин. Посмотрим как раз, что быстрее пробьется. И вообще пробьется ли. Так вот. Так, распределяем на расстояние. Желательно, наверное, подальше были все-таки. Вот. И теперь просто заворачиваем. Еще раз пробрызгиваем. Не знаю, что с этого получится, но делаю первый раз. Будем пробовать. Сюда наливается вода. Сделаем так, чтобы видео не прерывать. Ёлки, здесь меня уже забыл. Здесь. И таким образом, чтобы низ всегда был влажный, время от времени придется брызгать. В общем, посмотрим результат. А теперь второй способ, более простой. Спонжики два. Не мешало. Мочим водой, хорошенько их полностью пропитываем. Ну и сюда положим в этот мандаринки. Все, что было, 5 штучек. Неожиданно решил, просто доел мандарин и вспомнил, что я давно хотел пробовать снять такой эксперимент. Точнее, не снять, а просто поэкспериментировать, но заодно решил снять этот процесс. Косточек не густо, но что маем, то мы маем, как говорится. Итак, заворачиваем его и просто вставляем в стаканчик. Обязательно условие просто только, чтобы всегда поддерживалась влага. Не заливать его водой полностью, но чтобы он всегда был влажный. Все, посмотрим, какой будет результат. Буду записывать видео дальше. Все, всем спасибо. Вот так выглядят косточки, когда побудут в воде. Вот я возьму эту, к примеру. И, ну, просто начинает открываться и все. Вот, трескается минимально. И в таком виде нужно сажать в землю, не глубоко. И вот так уже первые росточки видно в земле. Вон появляется, вот у меня лук просто растет. Там появляется зеленый росточек. Ну и вот, самый большой такой. Такой же можно пересаживать в землю. Сейчас я его достану, покажу аккуратненько. Вот. Такой появляется корень. Этот корешок будем сажать в землю. Вот получается косточка. Побыла 5-6 дней побыла в спонжике намоченном. И в земле тоже около того, примерно 6-7 дней побыла. И пустила такие вот корешочки. Эти корешочки можно уже сажать куда-нибудь в стаканчик земли. Оттуда уже пересаживать горшочек позже. Вот так я посадил в рюмочки косточки, которые пробились. Вот так они выглядят. И вот так вот
Остальные тоже буду. Просто так. Впихую их. Хоп-хоп-хоп. Вот, присыплю землей. Ну и все. И буду ждать результата дальнейшего. Вот так вот выглядят росточки спустя несколько дней. Вот. Здесь видно, вот, только начинает стебелек вылазить с косточки. И вот так вот здесь. Будем смотреть, что будет дальше. Вот так выглядит через 2 недели росточки. Вот уже такие большие пески на них. Вот. Вот это самое большое. Как-то так. Вот пробую пересадить в горшок. Уже подросшие ростки. Так они выглядят. И здесь для эксперимента попробовала банки с дренажом. Вот так выглядит уже корневая система развитая. Буду пробовать смотреть, что будет дальше. Вот прошло ровно 2 месяца, и вот так вот выглядят мои цитрусовые саженцы. Что это, я не помню, потому что были и косточки, и мандарин, и апельсин вперемешку, а листочки вроде как похожи, ну, эти минимально отличаются. Не знаю, может, просто они еще ярко выраженного зеленого цвета, но вот так они выглядят. Уже такие объемные листочки у них, пробиваются новые листочки. Вот на этом хорошо видно. Пересадил я их. Уже был только один у меня горшочек, пришлось так импровизировать, взял баночки, которые не широкие, не занимают много места, и чтобы корни было куда расти вниз. Но корни уже подоставали, правда, до низа в каждом. Здесь они уже начинают закручиваться, нужно пересаживать. Сделал разными способами. Здесь сделал слои с керамзита, дренаж. Здесь просто в земле, чтобы посмотреть, что лучше будет расти, и нужно ли это делать вообще, потому что мнения расходятся. Ну вот, как-то так они выглядят. Я уже не удержался и начал садить такие вот огороды себе. Вон, пробиваются. Очень мне понравился этот эксперимент. Ну вот, как-то так. Буду смотреть, что будет дальше, но уже, думаю, уже замечаю прогрессивный рост, потому что появляются новые листочки, и заметно они увеличаются, росточки сами, в длину. Ну вот как-то так. Все, всем спасибо.